Рада всех приветствовать, мои дорогие друзья! Вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. Сегодня я сделаю обзор новых магазинов, которые построили у нас в Афуле. Пройдемся по Метхаму, по нашему главному торговому центру, купим подарки, и я их в конце видео покажу. Дорогие зрители, перед вами будущий кинотеатр. У нас в городе построили кинотеатр. Это громадное здание. Внизу будут магазины, и это большой комплекс. Это кафетерий. А вдоль улицы тоже идут новые магазины. Их не обойдешь в один день. Расскажу о предстоящих выборах, которые пройдут у нас в городе 31 октября. Чем ближе выборы, тем горячее споры. Есть два лидера, два достойнейших человека. Это Ицхак Мирон и Ави Эль-Кабец. Кому отдадут голоса жители Афулы? Я внимательно слежу за информацией в Фейсбуке. Вышли новые статьи. Сейчас в городе мэр города Ави Эль-Кабец. Безусловно, он очень много сделал для нашей Афулы. Столько построено много разных учреждений. Такого не удавалось никому. Вы только представьте, на минуточку. 7 школ построено. 60 новых детских садиков. Новый аквапарк в Афуле Элит. Сейчас у нас 3 бассейна. Но обещают построить 6 бассейнов. Вот этот большой кинотеатр, это тоже построил Эль-Кабец. Синагоги, парки, сады, дороги. Невозможно даже перечислить все. За такое короткое время нашу Афулу просто не узнать. Несколько лет назад был мэром Ицхак Мирон. Я не могу сказать ничего плохого. Он прекрасный человек. Он очень внимательный к людям. Наш город был чистый, цветущий. 2 сильных лидера. Кого изберут наши афульчане? За кого пойдут голосовать? Помню, как Ицхак Мирон обходил наш город и проверял, чтобы не было мусора нигде. За чистотой следил города. Но столько, сколько построил Ави Эль-Кабец, это просто не перечислить. Какие открылись клубы по интересам. В нашей Афуле люди живут разной национальности. И есть разные клубы. Узбекский клуб, азербайджанский клуб, украинский клуб. Это не просто клубы, это люди собираются по интересам. Вот объединить бы этих 2 лидера и в мэрию, и вперед. Вот тогда наш город бы зацвел, как у Гоголя в «Женитьбе». Если бы губы Никанора Иваныча, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Бальтазара Бальтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дотородность Ивана Павловича, я бы тогда тотчас решилась. Ну, просто замечательно было бы. Ави Эль-Кабец строил бы, а Ицхак Мирон отвечал бы за чистоту в городе. Вот так бы они и дополняли друг друга. Ну, а если серьезно, я знаю, что каждый из нас сделает правильный выбор. Я прошу вас только прийти 31 октября и проголосовать.
мои покупочки, мои подарочки. Это первый пилинг. Мейкап. Цена 100. Но есть скидки, конечно, на каждую вторую вещь. Скидка. Это помада. Еще помада. Разных цветов. Вот такой подарочек. Сумочка, там духи. И денежка запакована. Ну, я не буду говорить, сколько. Так, это для дочки моей. Сумочка, там тоже есть предметы косметики. Дезодорант, крем для тела. Ну, вот так. Поеду поздравлять. Мои дорогие, я не прощаюсь с вами, а говорю вам, как всегда, до новой встречи!